Сейчас нужно взять хлеб. Хлеб. Достать его из пакета. Пакета. Круто. Тренировочная квартира, где дети с ОВЗ и инвалидностью учатся обычным бытовым навыкам, востребована среди тюменских семей. Порой это единственный способ научить особого ребенка хотя бы минимально себя обслуживать. В новом центре дневной занятости «Открой мне мир» постоянно будут проводить такое обучение. За курс в 2,5 месяца пройдет 12 человек. Очередь на данную программу 160 человек. Ребята осваивают такие навыки, как поход в магазин вместе с консультантом, также кулинария, приготовить какие-то определенные блюда. Центр дневной занятости открыт в Тюмени всего лишь месяц назад. Подобные проекты Маргарита Суворова, основатель общественной организации «Открой мне мир», реализовывала и ранее. Но вот в конце года Тюменская область вошла в федеральную программу, инициированную детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Теперь сопровождение через всю жизнь будут отрабатывать в 7 регионах, в том числе и в нашем. Здесь уже собраны вместе вот эти все наши навыки и умения, которые мы применяем к детям. То есть уже комплексный подход к семье. Такая сейчас вот во всей России вводится комплексная реабилитация, когда у семьи выясняются все трудности, какие она испытывает в процессе вот в жизни с ребенком с инвалидностью. Мамы смогут поучаствовать в программе «Передышка». На несколько часов оставить детей под присмотром педагогов. Для ребят организованы различные группы, которые включают физические занятия и адаптивные игры. То, как все это организовали тюменцы, детский омбудсмен Мария Львова-Белова оценила лично. В начале декабря приняла участие в открытии центра. Поразил вообще и масштаб, и насколько это все вкусно, стильно сделано. И самое главное, что мы сегодня с Александром Викторовичем договорились о том, что постепенно эта сетка будет расширяться. Уже сейчас на региональном уровне решено, что подобные центры дневного пребывания должны быть открыты по всей Тюменской области. В Тобольске и Лутеровске и Шиме они могут появиться уже в 2025 году. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.